Глава города пообщался с жителями улицы Советской, 45, где завершился ремонт подъездов. Горожане довольны его обновленным видом и даже внесли свой вклад, украсив стену подъезда городским пейзажем. Спасибо вам большое за ремонт. Вот, мы хотели бы узнать. Очень счастливы, очень рады. А вы на каком этаже живете? На 9-м. Лифт работает? Хорошо, работает все. А ремонт? Ремонт, да, 5-ку. Сколько живем здесь? Я 35. Нравится? И просто такого не было, очень приятно. Восстановление дороги после укладки газовой трубы по программе «Социальная газификация» на улице Узкоколейная стало следующим пунктом объезда. Сергей Евгеньевич поручил своевременно устранить недостатки и привести дорогу в порядок. Ход капитального ремонта школ СОВЗ и номер 16 на особом контроле администрации. В зданиях продолжаются работы. Отдельное внимание – благоустройству прилегающих территорий. Во дворе на улице Ухтомского, 7, проводится комплексное благоустройство. Обустраиваются подъезды, тротуары и парковки. Следующий объект проверки – пешеходная зона. Окос травы, удаление сорняков, восстановление поломанных элементов, состояние детской игровой площадки – все вопросы взяты в работу уполномоченными лицами. Также в ходе объезда выявили ряд проблем. Среди них – мусор, контейнерные площадки, неудовлетворительное состояние объектов торговли и прилегающих к ним территорий. Прозвучали замечания и в адрес ТСК «Мосэнерго» по ненадлежащему состоянию сетей, обратив внимание на восстановление благоустройства после выполненных ремонтных работ. Администрация продолжает проводить мониторинг жалоб граждан в социальных сетях и обрабатывать обращения на портале правительства Московской области «Добродел». Сегодня посвятили объезд жалобам наших жителей и тем работам, которые выполняются на территории нашего городского округа. Посмотрели качество выполненного капремонта на Советской, 45, пообщаясь с жителями. Очень интересно, что на первом этаже увидели картину, скажем так, да, разрисованную любителем. Жителям очень это понравилось. Изображен некоторые моменты из жизни нашего города. Побывали на Ухтомского, 7, посмотрели, как идет комплексное благоустройство территории. Встретились на улице Скалейной с жителями. После укладки газовой трубы дороги пришли в надлежащий вид. Наметили пути и сроки решения данной проблемы. Проехали по нашим школам. Посмотрели благоустройство на территории данных школ, также наметили на этой неделе навести прилегающую территорию в надлежащий вид. На Горького, 14, да, обратили внимание ресурсоснабжающей организации ТСК «Мосэнерго» на надлежащее состояние сетей теплоснабжения. Наметили пути решения проблемы. Мониторинг работы управляющих компаний проводит и Государственное управление содержания территории Московской области. Инспекторы следят, чтобы все выявленные недочеты были вовремя устранены. Сегодня совместно с администрацией городского округа Электрогорск смотрели общественное пространство, содержание, в том числе площади Советская. Есть определенные замечания по содержанию прилегающих территорий торговых объектов. С нашей стороны будут направлены профилактические мероприятия по собственникам объектов для принятия мер по устранению. Также осмотрели дворовую территорию по Ухтомского, 7, где ведется на текущий момент, проводится благоустройство. Уже установлена детская игровая площадка. Очень надеюсь и верю, что все-таки наши юные жители, да и более взрослые, будут бережливо относиться к тем вновь организованным элементам, которые обустраиваются в ходе проведения данных работ. Спасибо.